Племя! Здорово, племя! Привет! Ну как оно там? Племя! Здорово! Серега! Здорово, здорово, говорю! Привет, привет! С наступающим тебя! Здравствуйте! Давно я тебя не видел и не слышал. Вот это получилось, так вот это соединили. Соединяйся. Я рад тебя видеть, Серый. Я тоже рад. Ты как там? Нормально. Бомбим. Нормально. Ну, дай бог. Где бомбим? Или кого? По Москве. А? По Москве. Кем бомбим? Или чем? Таксист. Красавчик. Уже всю Москву скатал вдоль и поперек. Семья, вот видишь, моя рядом. Да, вот сын мой тут где-то убежал. Хотел показать. Жена рядом. В феврале приеду. Кого? В феврале приеду к малой на день рождения. Ну давай, Серега, буду рад видеть. Заезжай, если что. Хорошо. Давай, всегда рад тебя видеть. Хорошо. Только эфир не сохраняй, Серый, ладно? Отстраню. Крупская ждет. Хорошо, давай, братиш. Давай, удачи, Серый. Когда на Дом-2 приедешь? На Дом-2? На Дом-2 не знаю. Пока никуда не еду. По сторону Дом-2 точно. Это был? Серега, привет, давай со Скюты в прямой эфир, она там жжет. Скюта на меня обиделась. Видно, наши земляки. Привет, Алтай. Привет, дела нормально. Это родственники моей бывшей жены. Хорошо общаюсь. Светик, привет. Молодец, не зазнался. А что я буду зазнаваться? Я в аэропорту стою. Жду. Заказ привез в аэропорт клиента. Жду теперь отсюда, чтобы уехать. Все, наверное, оливье крошат, да, винегрет. По магазинам, с наступающим и вас с наступающим. Я буду кататься, кататься, кататься. Привет. А я ни разу не летала на самолете. Авиационная техническая база Клязьмы. Что за Клязьма? С наступающим у тебя. Я в 30 лет первый раз на самолет тоже сел. На Дом-2 полетел. Налетался 8 раз. Страшно? Да нет, нормально. Где на Новый год буду? В Москве в такси буду.
возить людей счастливых, которые встречают Новый год. Спасибо. Починил зарядку. Да, я, слава богу, не выкинул свою оригинальную, которая бедная, замученная, вся в изоленте. Вся уже слезшая, но зато оригиналочка работает. Сколько по времени с Москвы на Сейшелы лететь? А с пересадкой 9 часов. Погода в Москве сегодня что-то жарко, минус один. Хорошо, я уже неделю переживала. А за что ты переживала? За зарядку мою? Вы, наверное, мой клиент? Или как? Ты меня узнал, да, Вришко? Нет, не узнал. Муку. Клёво было пообщаться. Привет, сервис, наступающим. Ты чего в ночь работать будешь? Ну, буду сегодня, да, если будет все пучком, буду катать до последнего, пока не упаду. Сегодня выспался, я в 10 проснулся, попил кофейку, выскочил заказ в центр, сейчас в центре стою. С наступающим, сирень. Сирень, кисель. Что вы, оливье крошите, девчульки? Оливье, винегрет, и вас наступающим всех, бабла хоть поднимешь, дай бог, дай бог. Прикольно, ну да, даже свою рожу побрил в честь праздника. Поздравляем, др.
друзей. Поздравляем всех друзей. Оливье не актуально. Я винегрет люблю. О, привет, Карина. Карина Бонди. Что-то Москва вообще сегодня спит. Москва, проснись. С наступающим Новым годом. Вас тоже. Надеюсь, этот год будет счастливый. Много планов. Работать, 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 работать. Счастья, любви, удачи тебе. Ты хороший. Спасибо. По магазинам ходит. Блин, ну что это такое? Хочу заказик. Где заказики? На проект вернешься? Конечно, завтра. Зайду 1 января. Что мы тут сидим, молчимся? Сережа молчит, друзья молчат, да? Знакомая из нашего города была в Москве, вызвала такси и приехал Витька Шароваров. Вот видишь, как круто. Чё не я? Она сфотографировалась с Витьком наступающим. А, мы вчера катались, тут девчонка прикалывалась тоже. О, крутяк, крутяк, короче. Дом 2, вся фигня. Вот, пусть это, скинь мне эту фотку, я Витьку приколю, скину. Теперь звезда. Базару нет. Приветик. Как температуру поднять? Где? В комнате? Или под одеялом? Новый год на работе. Да, Новый год на работе. Витёк тоже бомбит. Он просил ничего про него не рассказывать. Зачем на теле поднимать температуру? С наступающим тебя тоже. Так, поеду я, наверное, вылавливать клиента, что-то тишина. Оба-на, клиент сам пришел. Видите, только я сказал, поехали, и он тут как тут. Привет, в больницу пойду. Валерьянка, жидкое хлеб. Заработок мой не обсуждается. Поверните направо. На жизнь хватает, на кредиты.
Прямо 2 километра. Москва, ребят. Улица Вороновская. Так, все, я пошел рабыть, там мусор идет.